куски проваренного мяса. Первое наважено. Сидим мы в районе Вежмы. Решили приостановиться на часок. Вот Юра тоже что-то достал. Достал, стало быть, будет у нас на жарю. Вот полная луна. Вон Леха, а за ним Андрюха. А тут Вован. Помаши, Вован. Вот так вот они все и машут. Рыба пока не клюет. Вот так. Ну вот. На сковородочку я наловил. У ребят, конечно, поболее. Что делать? У них по две удочки, по два крючка. Вот солнце уже встает. Все, собираемся. Сейчас пойдем. Татяков считает даже. У него килограммы, а он считает. То есть складывает по одному к крокодилу. У него семья большая. Ему еще Питер кормить. Вот, Мишка, смотри, видишь, хапуга какой, и жалуется, и вот смотри, у него удочка сейчас пропадет, ой, блин, а все. Нормально, только начал снимать. Что смогли, взяли, блядь? Ну, можно это... А, ну да, что смогли, взяли? Такого я всего лишь взял одного. Переехали в другое место. Да, и у Вовки сразу же поклевка, сход и потом крупняш. А говорят, что тут здесь крупной рыбы нет. Врут. Народ присутствует, даже палатки ставят. Все с этой улочки. Сейчас с нее поймал Вовка. Сейчас пока перерыв. Вот ездит, перемещается. Фу на него.
Сейчас тебе стайка перешла. Ну, если вы не отметите. Нет, на Вольфрамовиче. Моих. Такой нормальный. Вы тут вообще монстры? Да там вообще нормально. Я вот таких вот. Друзья подъезжают. Сейчас будет крику, так что я выключаю камеру. GoPro стоп идем. Ты вот что? Го выключить, наверное. Бывает. Еле шевелится, блядь. Леха мне пригнал окушка. Ну, спасибо тебе, Леха. Леха, видел его? Сейчас, смотри, улов-то. Это не мой, вот эти. Вот мой. Это наш? Ну да. Поди лунку, одну на двоих пошелили. И ловили. Андрюха! А думаете, на что я поймал? Слышь? А. На что думаешь, я его поймал? На креветку, блядь. На креветку. За лучками наблюдать, блядь, чтобы не тащил их. Вот видел. Он такой медленно, я думал, сейчас, блядь, точно вы. На пельмени. Они пожрать пришли, видишь, там. Дымо с тобой тут. Да слушай, нормально, да? Я взял таких несложных пельменей. Блин, опять придется резать. В воздухе все жрется. Придется отрезать опять. Он же по одному не ходит. Там еще запускай сразу. Ты мне говоришь? Сейчас, подожди. И давай там один туда, один сюда. Не видишь, я пельмени жарю. Эх, карный бабай. Главное. Лезет. Главное небольшую пачку. Ты, блин, стреляй, ты как, а? Че, распалили? Да ёкарный бабай! Там на... Нет, запутался. Как обычно. Вот последний. Все? Так, это надо будет... Мусор не выкидываем отсюда? Утилизировать. Да. Андрюха! Твоё здоровье! Давай. За моих окуней давайте. Давай за Санькиных. Санька сегодня... Андрюха! Твоё здоровье! Санька сегодня у нас, видишь, какой? А? Отличительный. Вы все положили? Да иди сюда. Все, абсолютно все. А вот. Сегодня у нас пельмешки без спешки. Ты посолил уже, да? Ну, может, так будет, но уже фиг узнать. Ты на руку засыпь. На ней, видишь, они подходят. Где-то вон там босиком сидят. Вон там.
Вон там, вон прямо, если смотреть, там есть люди. Здесь вон они сидят. Там база. Вон там дофига. А мне так кажется, это классно. Там дофига, кстати. Так это деревня вся пришла рыбачить. Яринга. Первый раз ловлю и не пью. Обычно не пью и не ловлю. Завтрак. Теперь у нас будет обед. Рыба. Как она? Не по-польски? Во фритюре. Во фритюре. Первая пошла. Лехе все мало, мало рыбы. Леха. Ты смотри, пошел, пошел там. Тоже, да, ловится. Что, мелкая соль? Мелкая соль. Вообще обе удочки повалили. На бочину. А я здесь занимаюсь чем-то. Ну я рядом контролирую. Да, да. На своей удочке такой. Контролирую. Вы, конечно, молодцы, ребята, но. Ладно уж. Чего ты, я с тобой? Я вижу. Тебе хоть спасибо. Я что могу, помогу. А ты рюмочку мне нальешь, они же выпили. А я тоже. Андрюха уже принес что-то, да? Да, что-то принес. Сашкин, смотри. Какие... Молодцы. Мы говорили, не влезет. А что, мы такого еще не делали, да, здесь? Да никогда. Здесь вообще первый раз я. Будет когда. Да. Рыбка зашкварчала. Зажурчала. Зажурчала, да. Хвосты заподнимала. О, закипела. Не прошло и полгода. Ты посолили? Посолили. Тут у нас загорает северным загаром. Это у нас Алексей наловился. Поймал больше всех рыбы. Ну? Леха, помаши рукой. Наверное, спит. Да, спит и видит. Я еще не довел, а ты уже машешь. Вот теперь маши. Говори громче. Все очень плохо. Не клевало и перестало. Так что так. В конце дня вы удивитесь. Кто больше всех жалуется, того больше всех и будет поймано. Да, сейчас. Так ты еще того не спрашивал, как он будет жаловаться? А тот будет плакать, что у него не будет. Он сказал, что на это озеро больше не поедет никогда. Никогда. Даже хлебушек макать. А рыбе мы ничего не дадим. Не расскажем. Всем привет.
я решил немножко поспать. Для этого я взял с собой кровать. Вот так вот. У меня еще ребят домой везти. Вот поменяли место. Юра там уже небольшого кушка поймал. Все сразу завелись. Так, глубина офигенная. Рыба не хочет сотрудничать. Что, уже поймал? Блин, я что-то тут не успел дойти. Все что-то ловят, ловят. Один я ничего не ловлю. Андрюха пошел, чужие удочки, дырочки. Господа, мы на Мураканах, очень отличное озеро, и причем сегодня очень жарко, тепло, великолепно. Да, ну клюет сегодня через 33, вы меня поняли, что. Вон Лешка, вон Сашка, Сань, помаши ручкой, тете Люсе, машет, машет, молодец. На двух собачках приехали. С одной и с другой стороны. Но сегодня очень вредная рыба. День стеклянный, как говорят старики. И поэтому клюет очень вредно. Парни поймали маленько черов, я только окуньков. Юрий Батькович, помаши ручкой, да, всем большой привет. Сидим, отдыхаем, погода великолепная. Погода просто сказка. Вот разделись. Скоро заграть будем. Жезлон там у нас есть, правда, еще не расправленный, но нормально. Да. Пойдет. Всем большой привет. О, Вовка убегает. Это военный, да, он секретный у нас. Поэтому нельзя его снимать. Нельзя. Да. Ну, короче, все.
Всем пока. Поехали дальше. Меняли место, не знаю зачем. Но говорят, что... Но говорят, что отдыхаем без рыбы. Была бы рыба, работали бы, пахали бы, а так отдыхаем, да, Лех? Да, получается, да. Отдыхайте, ребята. Отдыхайте. Как всегда, камеру выключишь, что-то попадется. На камеру никто не хочет ловиться. Самое главное, начинает ловиться, когда все домой начинают собираться. Ну, в смысле, в обратный путь. Все, завершили рыбалку на этом озере. Едем в Узкую губу.
И вот мы вернулись обратно в мужскую губу, прямо в то же самое место. Воды подо льдом 5 сантиметров. Леха даже камбалку маленькую достал. Как она туда полезла, не знаю. Две? С ума сойти. Андрюха паникует, сидит. Лег бы спать, да и все, и не мучил бы нас своими этими. Вот. Народу сегодня не так уж и много. Что, клюнуло? Сейчас, нет, сейчас пойдет и будет клевать. Да. Клюет не беспрестанно, исходит, не ловится. Не умеет она ловиться, о, видите, видите. Ребята, у меня съели червя. Какого червя? Китайского? Вяленого. Давай предложим им покрупнее и повкуснее. Кто там такой был большой, что вяленого червя стащил? Вот я хочу попить чайку с печенюшкой. Мне Юра своего чая налил. А печенюшка-то замерзла. Юра только драконит и драконит. Как так? Рядом сидим.